Нихуя себе. Да, Летёха не вовремя дизеляку взял, да? Да у меня приятель тоже круза взял, блин, дизельного. Дерь соляра получше. Да, я откуда знаю. Да какая разница, она с одного места едет, блин. Да не, ну бывает же. Там просто это теперь ебать это. Полная, там просто теперь ебать на какой заправке кто как бодяжит, давай. Вот именно. Да лучше бы не доливали, чем перемешивали с херню какой-нибудь. Так они забодяжат, еще и не дольют, ебать. Да лучше просто не доливали, чтобы движок не портить. Не, я на одной заправке не заправляюсь уже полтора года. Приехал, говорю, как бензин. Вообще первый раз. Говорит, не поверишь. Заливает, попробуй. Сейчас раз полный бак залил. Попробуй, говорит. У нас, говорит, приехали одни, говорит, с претензиями, что бензин, говорит, хреновый. Говорит, не поленились наши, говорит, взяли, говорит, повезли в лабораторию. 95-й. Лаборатория показала октановое число 95,5. То есть даже чуть выше, чем положено. Обычно 95, значит он 93 или 92, 92, значит он 90, блин. Тут на 2, на 3 единицы, но меньше, а тут на пол единицы больше даже. И вот это у них полтора года заправляют. Фу. Машина едет. Машине 16.